Всем привет! С вами команда Сискальп. И в сегодняшнем видео мы поговорим о том, как подключить криптовалютную биржу HTX к терминалу Сискальп. Для начала у вас должен быть аккаунт на данной бирже. Если у вас еще его нет, зарегистрируйтесь с помощью нашей реферальной ссылки и получите до 5672 USDT бонусов и скидку до 50% на торговые комиссии. Ссылка будет в описании под видео. После того, как вы зарегистрировались на бирже, нам необходимо создать API-ключи. Переходим в правом верхнем углу на наш аватар и далее управление API. После этого прописываем заметку, это наше название будущего ключа. Настраиваем разрешение читать и торговать. Разрешение вывести не устанавливаем. И нажимаем создать. Принимаем уведомление о рисках и проходим верификацию безопасности. Отлично, мы создали наши API-ключи. Скопируем их в безопасное место. Далее переходим в терминал Сискальп, в настройки, подключение. В списке бирж находим HTX USDT M Cross. Если необходимого подключения нет, нажимаем добавить подключение, ищем нашу биржу и добавляем кликом. Далее переходим в настройки, убираем галочку «Только просмотр» и вставляем наши ключи. Закрываем окно и нажимаем «Подключиться». После того, как иконка загорелась зеленым цветом, это значит подключение успешно. Перейдем в окно Финреза и проверим, подтянулся ли наш баланс. Да, мы видим, что на кроссовом подключении у нас доступно 9 USDT. Давайте проверим выставление заявок. Левая кнопка мыши в зеленой зоне выставляем лимитную заявку на покупку. Правой кнопкой мыши в красную зону выставляем лимитную заявку на продажу. Вот и все. Мы успешно подключились к криптовалютной бирже HTX и можем начинать торговать. Всем профитов, всем пока!